Приглашаем принять участие в русско-американском бизнес-клубе, который состоится 3 декабря 2019 года, в понедельник, в ресторане «Баку», который находится в Бруклине. Будет много очень интересных людей, бизнесменов, политиков. Будет возможность познакомиться, расширить свои связи, узнать что-то новое. Будут такие люди, как сенатор штата Нью-Йорк Дэвид Старобин, будет директор, исполнительный директор Ассоциации малых бизнесов Брайтона, будет много репортеры, пресса, телевидение, и у вас будет возможность попасть, так сказать, на наш сайт, где мы вас покажем, можно сказать, бесплатная реклама. Да, что за встречи? А я ожидаю новое знакомство, новое впечатление, возможно, я думаю, новую какую-то информацию полезную. Но в основном, так как там будут бизнесмены, поэтому приглашаем. Давай, вас, честно, больше всего новое знакомство, новые люди. Я здесь недавно, так что мне будет очень интересно. Three, two.